Добрый день! Сегодня мы поговорим про препарат Инол Плюс. Препарат, который широко применяется для профилактики и лечения злокачественных и доброкачественных опухолей. Список применения препарата Инола достаточно широк. Здесь и гинекологические заболевания, мастопатия, эндометриоз, киста яичников, различные новообразования в области молочных желез, фиброма и фибромиома матки, узелки и полипы на наружной и внутренней стороне маточного тела. Препарат Инол создан полностью из натуральных компонентов и не имеет противопоказаний. Разработка Инол Плюс принадлежит российским специалистам Купчину и Власенко и не имеет аналогов в мире.